Всем привет, друзья! И сегодня я хочу показать видео. Так, вопрос-ответ. И давайте приступим. Первое. Как тебя зовут? Меня зовут Вероника. Второй вопрос. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Как ты учишься в школе? Учусь я на данный момент, ну так, нормально. Средний, бывают троечки. Ну, в принципе, нормально. Как? В каком ты классе? Я в 4 классе. Следующий вопрос. В каком ты городе? Я в городе Иваново. В каких соцсетях ты сидишь? Я сижу на данный момент в ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, также в Вайбере, в Шазаме. Или нет, в WhatsApp, вспомнила. Следующее. Какой твой любимый фильм на данный момент? Фильм такой, сериал «Американская история ужасов». Что ты любишь делать в свободное время? Я люблю в свободное время снимать видео, гулять с друзьями, читать книги, делать уроки. Следующий вопрос. Каких блогеров ты смотришь? Я смотрю Катю Клэп, Сашу Спилберг, Марьяну Ро, Ксюшу Смит. Ну, потом смотрю Катю Смит Хоум, ну, Катю и Ваню. Вот. Ивангая. Так. Ну и я не помню, никого еще подписано. Виталина. Энимей. Ну и так далее. Я не помню, на кого еще. Какой у тебя телефон на данный момент? У меня фирмы Apple. Вот. И чел разрядился телефон. Буду продолжать с планшета. Вот вопросики с планшетом. Так, вопрос. Почему ты начала снимать видео? Я не знаю почему, но просто мне это нравится. Нравится это занятие. Читаешь ли ты книги? Да, читаю я книги. Очень люблю разные книги, разные приключения и так далее. Особенно про животных люблю. Что тебя вдохновляет? Меня вдохновляет музыка и YouTube. Есть мечта на данное время, которую бы ты хотела осуществить. На данный момент нету. Следующий вопрос. Так, если бы ты оказался на необитаемом острове, у тебя было 3 вещи, чтобы это было? Ну, наверное, это был телефон, наушники, я не знаю, что, и фотоаппарат, я не знаю, еда, естественно, еда, нет, давайте телефон, еда, наушники. Так, следующий вопрос. Какое твое любимое животное? У меня 2 вида животных, это кошка и собака. Какие цвета особенно ты любишь? Я люблю розы. Нравится ли тебе iPhone? Да, фоточка есть. Да, мне нравится iPhone. Sorry. Итак, следующий вопрос. Ведешь ли ты личный дневник, если или вела когда-нибудь? Покажи нам его хотя бы снаружи. Передай привет, пожалуйста. Анелия. Привет, и вот мой личный дневник, видео я не планирую, но сейчас я его, ну как бы, он мой номер 8, и тут у меня немножко проведено, покажу его чуть-чуть. Вот, следующий вопрос. Так, следующий вопрос сейчас. Какой твой любимый исполнитель или группа? Передай привет. Полина, привет. Я не знаю, я сейчас, ну, группы у меня есть разные, но, в принципе, такие интересные нету. Следующий вопрос. В какой программе ты делаешь фотографии для Инстаграма? Я делаю на телефон, иногда на что-то другое. Следующий вопрос. Как ты относишься к своим подписчикам? К подписчикам я отношусь хорошо, но у меня их мало. Мне ничего. Следующий вопрос.
как-то начала заниматься видео. Я не знаю, просто я любила снимать видео на телефон, а потом перешла на камеру. Вот. Извините за звуки, которые вы сейчас слышите. Не специально, реально. Предпоследний вопрос. Так, и предпоследний вопрос. В каких странах ты побывала и в каких ты будешь еще? Так, и предпоследний вопрос. Это в каких странах ты побывала и где бы хотела еще быть? Я побывала в Москве, наверное, и все. Да. Я бы хотела побывать в Париже, в Испании, во Франции. И последний вопрос. Сколько языков ты знаешь? Я знаю на данный момент три языка. Это русский, английский и испанский. И все. Если вам понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока. Пока. Ой. Простите.